Вот так развлекаются ребята за рубежом. В эру профессионального спортивного дрифта мы немножко стали забывать об истоках фановой части дрифта. Поэтому мы решили привнести эту культуру в Украину. Таким образом родился проект BitLook Pro M Drift Team Jam, а именно командная гонка, где будут участвовать команды, в состав которых будет ходить по три участника. И их задача будет показывать максимально крутые заезды не друг против друга, а наоборот, сообща, чтобы это было близко, дымно, быстро, плавно, четко, точно и качественно, без всяких подстав и финтов, как это иногда бывает в соревновательном дрифте. А для того, чтобы это было не так однообразно, мы решили дать возможность проявиться каждому из членов команды и придумали соло-контесты. А именно Fury Dash и Battle, дрифт-парковка и Wall Ride, то есть проезд по стене. Мы с вами находимся в зоне инициации, где будет проходить Fury Dash и Battle, первый соло-контест. Участники будут разгоняться, и их задачей будет поставиться максимально круто, чтобы удивить судей и получить максимальный балл. Поехали дальше. Дрифт-парковка. Многие из вас видели видосики в интернетах, где ребята выпендриваются и там делают параллельную парковку с разворота. Вот именно это и будет следующий соло-контест для наших команд, где задачей наших участников будет разогнаться, переложиться из перекладки, запарковать свой автомобиль в воображаемый гараж между двумя машинами максимально близко и ровненько к стенке. Задача ясна, погнали к следующему. Вы узнали, наверное, уже клумбу на автодроме Феофания. Именно на этом отрезке у нас самые мясные, самые крутые и плотные парные заезды были весной на первом раунде BitLook Pro M Drift. И именно здесь будет проходить третий соло-контест для наших команд, а именно Wall Ride, где задачей каждого из участников будет проехать максимально широко это кольцо, собирая чекпоинты, которые мы для вас приготовили, и показывая максимально крутой дрифт, удивляя судей дымом, скоростью, ровностью, плавностью и крутым дрифтом. И самое главное, покрывая весь автодром Феофания, будет эпогей данного ивента тройной дрифт, командный дрифт, Team Drift, как его называют в Японии, Super 3, как его называют в Норвегии. Ключевые заезды этого дня, где каждая команда будет двигаться в составе, в полном составе, втроем, не друг против друга, а сообща, показывая нам максимально близкий, парный, синхронный, дымный дрифт на доверии, без всяких прикольчиков. А это значит, что будет просто жирнейший жир. Мы с нетерпением ждем вас 2 октября здесь, в Киеве, на автодроме Феофания, на BitLook Pro M Drift Team Jam. Больше информации и билеты на сайте bitlook.net. Не пропустите самое интересное и эксклюзивное событие года.